Реконструкция детского сада в Красном Кургане началась в конце ноября прошлого года. Процесс затянулся из-за существенных недочетов проекта. От услуг недобросовестного проектировщика отказались, учли все необходимое для комфортной жизни дошколят, и теперь работы не останавливаются. И сейчас процент готовности. Каким на 100%? Нет, детского сада. Детского сада по 80%. А система отопления? Заведующая будущим детским садом Наталья Шубина на стройке каждый день. Во время визита главы Анапы Сергея Сергеева провела экскурсию по зданию. Мэр Анапы обсудил с подрядчиком сложности в работе. Аскер Нихай отметил актуальную. Как можно быстро оформить документы на котельную и запустить в здании тепло, чтобы приступить к отделочным работам. Просторные светлые группы, пищеблок, музыкальный зал, большой двор. Несомненно, в Красном Кургане будет один из лучших сельских детских садиков. На реконструкцию старого аварийного здания на условиях софинансирования краевой и муниципальный бюджеты вложили 64 миллиона рублей.